Платить за капремонт можно будет без комиссии. С 1 августа региональный оператор начинает принимать платежи по системе «Город». Сеть расширена по поручению губернатора Бориса Дубровского. Подключение системы «Город» к нашей общей системе приема платежей без комиссии повысит собираемость и будет более, так сказать, понятно для людей обоснованное нанесение этих платежей. Сейчас при оплате квитанции за капремонт жители отдают банку комиссию 2% от суммы, в среднем 15 рублей с квартиры. С августа ее можно будет не платить. В области заработают больше 1000 пунктов системы «Город». Услуга будет доступна и в интернете. А у тех, кто не будет оплачивать услуги по капремонту, могут возникнуть проблемы при продаже квартиры, предупреждает рекоператор. На недвижимость могут наложить обременение. Кроме того, с 1 января неплательщикам будет начисляться пеня за каждый просроченный день.